поет, девочка, которая читает, девочка, которая ведет себя наоборот. Девочка, которая живет, девочка, которая мечтает, девочка, которая найдет себя на кими. Песня у нас играется одними квинтами, покажу несколько их вариантов. Первая квинта у нас C5, ее можно играть здесь. Указательный палец у нас на 8-м ладу 6-й струны, безымянный палец у нас на 10-м ладу 5-й струны, мизинец у нас на 10-м ладу 4-й струны. Первая, вторая, третья струна у нас приглушается указательным пальцем, вот этой вот частью. Ставим на 8-й лад 6-й струны. И приглушаем остальные струны. Далее мы ставим безымянный и мизинец. Так получается у нас квинт-аккорд. Эту же квинту можно играть на 3-м ладу. Спускаемся на струну ниже. И ставим указательный палец на 3-м ладу 5-й струны. И краешком этого пальца задеваем 6-ю струну. Для того, чтобы она у нас не звучала. Также можно приглушать эту струну, шестую, средним пальцем, немного задев. То есть можете средним пальцем, либо краешком. Указательный палец, и тут то же самое, остальные у нас приглушаются. Ставим безымянный палец на 5-м ладу 4-й струны, мизинец на 5-м ладу 3-й струны. Три струны. Следующая квинта у нас Е. Она играется у нас здесь, на 7-м ладу 5-й струны. То есть вторая позиция C5 перемещается просто выше.
до 7 лада. Тоже 3 пальца, остальные мы приглушаем. Следующая квинта А5. Мы позицию С5 на 8 ладу перемещаем вниз на 1, 2, 3 лада. Это у нас А5. Квинта А5. И последняя квинта — это у нас F. Указательный палец у нас на 5 ладу 8 струны, безымянный у нас палец на 10 ладу 4 струны, мизинец у нас на 10 ладу 3 струны, остальные у нас приглушаются. Вступление у нас играется перебором. И сразу же ставим такую позицию. Указательный палец на 3 ладу 5 струны, безымянный палец на 5 ладу 4 струны. Первая, вторая, третья струна у нас открытая. Играем по очереди. Пятую, четвертую, третью, снова пятую, четвертую, теперь вторую, потом пятую, четвертую струну. Раз, два, три, четыре. Все по очереди. Раз, два, три, четыре. Далее позиция у нас это смещается на 5 ладов выше. То есть указательный должен стоять на 7 ладу. И играем пятую, четвертую, третью, снова пятую, четвертую, третью, теперь пятую и четвертую струну. Сыграем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь попробуем соединить две части. Раз, два, три, четыре. Далее средний палец мы ставим просто на второй лад четвертой струны. Остальные струны у нас открытые. Играем пятую, четвертую, третью, пятую, четвертую, вторую. И далее мы убираем средний палец, играем пятую, четвертую струну. Пятая, четвертая, третья, пятая, четвертая, вторая. Пятая, убираем средний палец, четвертая открытая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Далее мы ставим указательный палец на 1 ладу 6 струны, безымянный палец на 3 ладу 5 струны. Остальные струны у нас открыты. И играем 6, 5, 3, 6, 5, 3, 6, 4 струну. Раз, два, три, четыре. Теперь соединим третью и четвертую часть. Раз, два, три, четыре. Четыре.
Теперь попробуем соединить все части в медленном темпе. Раз, два, три, четыре. Попробуем теперь сыграть два раза, но непрерывно. Раз, два, три, четыре. Ставим мы интервал C5, указательным пальцем на третьем ладу пятый, безымянный у нас на пятом ладу четвертый. Играем пятую, четвертую струну. Здесь мы играем как стаккато, то есть отрывисто. Дальше у нас пауза, играем пятую струну и сразу же перемещаемся на 5 ладов выше, седьмой лад играем. И безымянный палец у нас играет 9 лад, 4 струна. Также. То есть играется 3, перемещается 7, 9. Далее мы играем 5 струну. И указательный палец у нас перемещается на 5 лад 6 струны. А безымянный палец у нас сразу же играет 7 лад 5 струны. То есть указательный палец сразу же переместился на 5 лад 6 струны. И играется 5 струна 7 лад. Далее у нас пауза и снова играется 6-я струна. И далее мизинцем мы ставим 8-й лад 5-й струны. Безымянный палец ставится сразу на 7-й лад этой же струны и играется тоже 2 раза. Попробуем сыграть целиком. Раз, два, три, четыре. Пауза, указательный палец, играем пятую струну, там перемещаемся, играем тарам, пауза, далее играем указательный, перемещаем на пятый лад шестой струны, играем парам, и далее мы паузу держим, снова играем шестую струну и мизинцем уже целимся на восьмой лад, там играем тарам, безымянный палец на седьмом ладу, тарам, повторим. Далее мы делаем такой способ. Указательным пальцем мы приглушаем все струны, просто заденьте их, но не зажимайте лады. И далее мизинец у нас ставится на 8-й лад. Играем вниз по верхним струнам. Вниз, вниз. Далее мы ставите безымянный палец на 7-м ладу, указательный также задевает все струны. Играем вниз, вниз, вверх. Попробуем сыграть этот последний отрезок целиком. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И далее мы зажимаем аккорд C5 и играем бой. Разделим этот бой на две части. Первая часть у нас будет составлять из движения вниз, 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 вверх.
4 движения вниз, после четвертого сразу же вверх. Вниз, 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 вверх. Вторая часть у нас уже после паузы, рука у нас на исходной, то есть она играет снизу. Вверх, вниз, руку на исходную, вниз, руку на исходную, вниз, вверх. Вверх, вниз, 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 вверх. Первая часть это у нас C5. А второй части мы уже играем E5. То есть C5. Вниз, 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 вверх. Пауза. Зажимаете другой аккорд. E5. Вверх, вниз, 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 вверх. Раз, два, три, четыре. Далее мы играем за бой 3 аккорда, и бой у нас немного изменился. Мы зажимаем в первой части А5. Вниз, 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 вверх. Далее мы перемещаемся на F5 и играем так. Вверх, вниз, руку на исходную, вниз, руку на исходную и зажимайте другой аккорд. Вниз. Вверх, вниз, руку на исходную, вниз. Перемещается левая рука на другой аккорд, вниз. Попробуем сыграть с А5. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь сыграем эти два боя. 4 раза подряд. Раз, два, три, четыре. В конце припева, где мы играем без слов, у нас уже играется после C5. Не E5, а F5. Раз, два, три, четыре. Следующий бой у нас очень простой. 5 движений. Вниз, 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 вверх. Далее они повторяются. Зажимаем C5, просто играем вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх. Далее А5. Вниз, 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 вверх, вниз, вниз, вниз. Е5. Вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх. И Ф5. Раз, два, три, четыре. Thank you.
Аккорды для упрощенного варианта я подобрал такие. Аккорд С, до мажор. Безымянный палец на третьем ладу пятой струны. Средний палец у нас на втором ладу четвертой струны. Третья открытая. Указательный палец у нас на первом ладу второй струны. Первая открытая. Шестая струна у нас не должна звучать. Второй аккорд у нас ЕМ. Два пальца. Средний палец на втором ладу пятой струны. Безымянный у нас на втором ладу четвертой струны. Остальные у нас открытые. Следующий аккорд, третий, у нас АМ. Думаю, все его знают. И следующий аккорд, либо F через баре. Ставите указательный палец баре на первом ладу. Безымянный палец на третьем ладу пятой струны. Мизинец на третьем ладу четвертый. Средний палец на втором ладу третьей струны. Аккорд F через баре. Либо F мейдж слэш C. Шестую струну мы приглушаем либо безымянным пальцем, либо большим пальцем. Безымянный палец у нас на третьем ладу пятой струны. Мизинец у нас на третьем ладу четвертой струны. Средний палец у нас на втором ладу третьей струны. Указательный у нас на первом ладу второй струны. Первая у нас струна открытая. Всего четыре пальца. Шестую мы приглушаем. Теперь, используя упрощенные аккорды, это у нас С, ЕМ, АМ, F, либо F мейдж слэш С. Мы играем в восьмерку. Восьмерку я уже разбирал в песне LCP Синяя очень подробно. Сейчас я быстренько просто расскажу, как его играть. Всего у нас 8 движений. Играется вниз, пауза, руку на исходную, вниз, небольшая пауза, вверх, руку на исходную, вверх, вниз, руку на исходную, вниз, руку на исходную, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вниз. Теперь этот бой мы должны поделить на два аккорда. Итак, мы должны играть куплет номер один и припев. Зажимаем аккорд С, до мажор, играем вниз. Вниз, вверх, после движения вверх мы меняем аккорд на ЕМ и играем оставшуюся часть вверх, вниз, 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 вверх. То есть после движения вверх мы на втором движении вверх уже должны держать другой аккорд. Играем целиком С и Е. Далее АМ и F мейдж, либо F. Я сыграю F мейдж. На второе движение вверх меняем аккорд. Итак, мы должны сыграть куплет номер один и припев. Куплет номер два играется у нас тоже восьмеркой, только мы уже не делим бой, а играем целиком. Зажимаем аккорд С. Далее АМ. ЕМ. F мейдж. Очень просто.